Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня мы в очередной раз приехали в Леруа Мерлен посмотреть цветочки. Это цветы, которые стоят на кассе. Конечно, пока ничего такого прям необычного не вижу, но есть очень хорошие экземпляры. Сейчас пройдемся дальше и посмотрим, что есть. Смотрите, какие красивые цветочки. Они, конечно, не такие свежие, как в прошлый раз, когда я здесь была, но есть достаточно хорошие экземпляры. Очень красивые, смотрите. Но цена, наверное, в связи с праздниками выросла. И сейчас она практически в половину, 635 рублей такие цветочки. Пойдемте дальше. Вот смотрите, какой красавчик. В прошлый раз я себе такого брала, но, к сожалению, мне пришлось орхидейки такие подарить. У меня остался только попугайчик. Смотрите, какие хорошенькие. А вот это прям что-то покорило меня сегодня. Может быть, даже я себе ее приобрету. Здесь, кстати, на этой кассе чуть дешевле. Орхидейки, вот 446 рублей. Вот эту красавицу, может, даже я себе заберу. Ой, смотрите, здесь какие красавицы. Кстати, я пока с такими орхидейками не дружу. У меня нету таких цветочков пока, да, ни камбрии, ни каких таких вот орхидеюшек. Я очень хочу, но боюсь. Хотя сегодня здесь прям очень-очень классные цветы и недорогие. 601 рубль. Ну, очень классные. Достаточно свежие. Вот такие бульбочки, смотрите. Конечно, есть пожелтевшие листики, но никаких гнилостей я не вижу. Смотрите, какие хорошие бульбочки. Орхидейки очень-очень хорошенькие, на мой взгляд. Есть вот даже еще, смотрите, совсем не раскрывшиеся. Смотрите, какую я нашла красоточку. Ой, вообще, такая красивая орхидейка. И что-то даже, знаете, какое-то, наверное, у нее неопределенное название. Она похожа на две сортовые орхидейки, которые как-то вот умудрились сочетаться в одной. Очень красивые. Кстати, сегодня, смотрите, даже есть Клеопатра. Очень хороший экземплярчик. Я ее, наверное, даже себе сегодня приобрету. Возьму, наверное, все-таки себе такую красотку. Вот фирма орхидеек. Очень красиво. Сейчас я еще обойду, вам покажу вот эту именно стоечку. Смотрите, какие сегодня тут красавицы. Смотрите. Вот какие красивые цветочки. Сегодня, кстати, очень много таких вот прям необычных красивых цветочков. Смотрите. Наверное, был завоз. Смотрите, какая необычная. Вообще такая прелесть. Надо, наверное, с другой стороны ее вам показать. Клеопаточка прям супер. Сейчас. И вот эта тоже орхушка. Мне так понравилось. Смотрите, какая это розовая орхидейка. Она как будто такая вот, как будто акварелью ее нарисовали. Очень красивая орхидейка. Как всегда, есть голубые орхидеи. Все знают, что они крашеные. Вот их цена. Достаточно хорошие сегодня орхидейки. Есть что выбрать. Такая есть полосатенькая, очень красивая орхидейка. Кстати, горшочки не перелиты, нет такого, знаете, болота. Все достаточно хорошо, с хорошими корнями. Вот эту тоже я в прошлый раз брала, но я их подарила. Остался у меня только попугайчик. Сейчас даже не знаю, брать заново себе или нет, потому что я увидела Клеопатру. Смотрите, какие хорошие сегодня цветочки. Ой, я прям влюбилась. Давайте я вам тут еще покажу. 8 марта привезли вот разнообразные цветы. Смотрите, тут прям полные полки. И еще я увидела вот такую вот красоту. Огромные цветы, прям огромные. Они больше ладони. Смотрите, какая прелесть. Вот их цена.
Вон лимоны какие большие висят. И вон, кстати, есть, да, такие прям огромные орхидейки грандифлоры. Сейчас посмотрим. Знаете, цветы прям огромные тоже. Очень большие цветочки. Даже вот салатовые, да, эти цветы обычно намного меньше. Сейчас они прям, знаете, даже не знаю, как вам показать. Но вот очень крупные цветы. Вот цена. Эту стоечку я сейчас обойду. В принципе, ничего здесь такого необычного нету. Стандартные цвета, но очень крупные. Какие, смотрите, симпатульки. Это мини-орхидеи. У них, кстати, сегодня очень даже вкусненькая цена. Обычно они около где-то 370 рублей, вот так вот. А сегодня достаточно хорошая цена, что можно что-то себе приобрести. И есть, в принципе, что выбрать. Конечно, в основном это белые, да, но вот есть такие красивые розовенькие. И вот здесь, смотрите, еще целый стеллаж. Но это, скорее всего, наверное, мультифлоры. Да, вот написано мультифлоры. Цена тоже для мультифлоры достаточно вкусная, потому что в Оби последний раз, когда я была, мультифлоры были по 800 с копейками рублей. И тут, смотрите, есть даже пилорик, причем очень красивого цвета, необычного красивого цвета, и еще и пилорик. Так что кому надо, девочки, бегите скорее, пока все не разобрали, потому что праздники, сами понимаете, пилориков много, смотрите, по крайней мере, да, есть из чего выбирать. Вот этот, конечно, немножко уже такой. Его, наверное, с горшочка, наверное, его, ну, роняли, потому что и листики поломаны, смотрите, и очень потрепанные цветочки, но это тоже пилорик. Его бы на уценочку, его бы загребли с руками, с ногами. Смотрите, какие цвета сегодня. Очень красиво. Вот эти мультифлорки, они стоят наверху, мне не очень удобно снимать, поэтому заранее извиняюсь, если вдруг плохо видно. Приходится тянуться, чтобы снять для вас все. Вон такие милашки, особенно вот эта орхидейка белая, она цветет как невеста. У меня у мамы такая есть. Очень такое красивое, насыщенное, пышное цветение. У нее необычные цветочки, они такие более с продолговатыми листиками. И это смотрится очень-очень нежно и красиво. Вот мультифлорки стоят наверху. Смотрите, опять же, пилорик. Вот, обратите внимание, очень красивые пилорики, только в таком цвете, очень классные. И здесь вот ниже стоят уже другие орхидейки, они и на кассах стоят очень много. Есть из чего выбрать, да, чтобы... Ой, вот это вообще классно. Очень хорошие. И опять же голубые. Вот такой вот сегодня у меня обзорчик. Кому понравилось и кто живет в Краснодаре, бегите в Леруа Мерлен. Это у нас мега Адыгея, Леруа Мерлен. Вот такие вот орхидейки. Еще мы забежали в Ашан. Смотрите, тут какие красивые есть орхидейки. К празднику, видно, завезли. Очень красивые. Ну, конечно, у синих цена нереальная. Вот. Здесь я так цену не нашла у этих фаленопсисов, которые не крашены, да, обычный ценника почему-то нету. Ну, я думаю, что, наверное, тоже около 1000. Такая праздничная цена. Смотрите, есть очень хорошие, красивые такие экземплярчики. Смотрите, есть вот такие вот, я думаю, что это мультифлорки, хотя написано, что просто фаленопсисы. Но они такие вот размера миди, чуть больше, чем мини, но где-то что-то такое средненькое. И вот, смотрите, цена. Я думаю, что очень завышенная для этих орхушек, но она такая, я же говорю, уже праздничная. Очень красивые цветочки, свежие, видно, что их недавно привезли, именно, наверное, для праздника. Здесь сделали такую красивую стоечку с орхидейками, сверху побольше орхидейки, тут вот ниже уже такие вот мини-мультифлорки. Очень красивые цветочки. Вот это прямо такая какая-то оранжевого цвета прям бросается в глаза. Она такая с прожилочками. Вот очень красивая. Мы также находимся в Мега-Адыгее и в Ашане. Очень красивые здесь сегодня цветочки. Смотрите, какая прелесть. А вот, кстати, есть тоже пилорик. Но он другого цвета, видите? Он не такой бордовый.
Очень красивые цветы. Такие нежные, свежие все. Видно, что к празднику подготовились. Обычно в Ашане, конечно, таких цветочков не найти. Смотрите, еще один пилорик. Очень красивые цветы. И много завезли в этот раз пилориков. Что в Леруа Мерлен, что в Ашан. Смотрите, какая красота. Сниму поближе. Сделали такую красивую елочку из орхидеи, да, поставили их все на такой вот красивый стеллаж, полочку. Вот такая красота. Вот, ну на этом теперь точно все, потому что здесь больше негде искать орхидейки смотреть. Поэтому, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!